este felé azonban megint eszébe jutott a beteg gyógyásné. Darabig maga elé nézett, tűnődött, hogy megmondja-e, hová indult. De annyiszor megmosolyogták már az asszonyáért, hogy mégsem mondta meg. Az utca neve... Худож Захарова розповіла, що російські журналісти відправилися в ЦАР у туристичній візі. І в них не було документів, які дозволили б їм займатися там журналістською діяльністю. Отримали документи, які я бачила сама. Там рукою наших громадян оформлено заявлення на видачу їм розрішення документів на в'їзд в ЦАР. Там були кілька опцій. Вони вказали в'їзду в туризм. Также мы перепроверяли, заявляли ли они местным властям о намерении работать в качестве журналистов. Местные сказали, что такие заявления не были. Мария Захарова додала, что когда журналисты выезжали из останнего населенного пункта, их попередили, что они залишают зону под контролем местным силовикам. І далі за ним може трапитися все, що завгодно. Також Захарова повідомила, що вбиті журналісти, виходячи з місця виявлення тіл, рухалися зовсім не туди, де працюють інструктори. Комітет حرفه‌ای به منظور مداخله در ارتقاء وضع بازار اشتغال کشور اجرایی شد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در a fost foarte deficitară. Dacă vă aduceți aminte, era ministru domnul Boc, odată atunci o ordonanță ca să se dea banii în 21 de zile. Atât o ținut. Când au plecat, 60, 90, eu nu poți, producătorul nu așteaptă. Sau nu-ți dă marfă. Были достигнуты за прошедшие 7 лет в результате невероятной самоотверженности, отметил. Благодаря этой же самоотверженности сегодня восстановлены спокойствие и стабильность во многих районах Сирии, в том числе в городе Хомсе, Тадморе, это Пальмира, Халабе, Алеппо, Аль-Каламуни, Дер-Азоре. Сразу как окончал школу, начал с ними работать, и мы просидели много часов. В общем, я познакомился, и я с ними очень познакомился, и я от них много научился.
Но вот в частности трудовой, да, чья-то как бы общались, потому что она выжила только 3 года, и она скончалась потом на сцене в 68-м году от сердечного приступа. Как раз Пьеса, Чапыка. А как он с ней работал? Вы знаете, когда вообще была совсем другая мораль этих людей, и всем главным была чешская культура, и, конечно, русская культура. Тогда в Бразилии было много пьес, Бобля и так далее. И это было очень приятно работать, и мне, конечно, писать музыку, потому что мне это было по сердцу близко. В 60-е годы, не знаю, какой-то внутренний голос вам подсказал, или как вообще это произошло, что вы решили основать уникальную, в общем-то, школу среднюю танцевальной музыки и джаза. И потом, по примеру, эти школы, как я узнала, основывали также школы в Братиславе, в Берлине, в Будапеште. И свой опыт вы передавали, видимо, из Австрии. Вы потом стали директором этой школы. Как это вообще происходило? Comicul Coli speră ca nu peste mult timp o investiție pe care și-o doresc de ani de zile să devină realitate. Este vorba despre un depozit cu primă controlată care să aibă și linie de sortare și ambalare. Investiția este destul de mare, însă voi înțelege. На частоте 828 кГц. În guvernarea n-a avea informațiile apărute în presă, precum că acest proiect ar avea o legătură cu faptul că Uniunea Europeană a suspendat asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor de la Chișinău, Ion Ticu. Nu este vorba de a extrage pentru acest domeniu. و پرونده ای که در امتحان ارزم کنم خدمتون شرکتی بوده که وارث کننده محصولات کشاورزی مواد غذایی بوده که علی رغم دریافت 64,095,103 دلار نرخ ارز دولتی متاسفانه این شرکت هم ایفای تعهداتش رو انجام نداده که پرونده هر سه گروه در تضییات آغاز رسیدگیشون
Cut, care au astăzi o cu totul altă semnificație. Astfel, în anul 1963, când călătorile spațiale erau doar la... который я уже успел ввести за недолгий срок моего хозяйничания, и еще ввел бы со временем, я нажил бы 1100 майдоров. Помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи нашей имени. مغان بود. قریب خبرگزاری صدا و سیما مجتمع فرهنگی گردشگری منادیان دوستی دامغان. پارسال 450 Emlékszem arra az időre,